Друзья, всем очередной раз привет. Значит, у нас сегодня на обзорчике на версии игры Spinterest 0.3.0.3.16 будет Hammer H1. Автора, значит, авторов мода, то есть как вы прочитаете в архивчике скачанном, там будет текстовый документ указаны авторы данного мода, доработчики, естественно, получаемся драйвер 51 рус, Павел Каблуков и Джанки. Данный хэммер после конверта и доработки некоторое время находился у Виторгана 177 на обзорах у Виктора. Сейчас немножко, ребят, подзаправлюсь. Так. Вот, теперь можете все его скачать. Ссылочка будет под видео на канале Spinterest Driver 51 Rus. Ссылочка будет укороченная, не бойтесь, нажимайте, заходите сверху в правом углу, нажимаете, ждете 5 секунд, время идет, нажимаете пропустить рекламу, попадаете в ссылочку, значит, первая ссылочка будет турбобитовская, также бесплатная скачка идет, запасная ссылка будет шары мод, которая чуть ниже будет. Также через укороченную ссылку вы заходите, скачиваете и гоняете, короче, на этом хаммере и наслаждаетесь игрой. Машинка доработанная, проходимость мама не горюй. Сейчас мы ее посмотрим. Так, заводим. Создать у нас хаммер H1. Вот он во всей красе. Такой вот у нас автомобильчик получается. Упс, камера летает. Чувачок сидит как положено за рулем. Вид из салона присутствует. Даже тут какие-то подсветочки горят. Прям не, конечно, прям супер приборы попадает, но... Но все-таки оно есть. Можно ехать из салона. Так. Естественно, у него свой звук. Свой звук есть. Свет ночью смотрится офигенно просто. То есть вот у него даже, видите, там подсветочка какая-то идет в приборах. Наверное, надо, ребята, немножко звук потише сделать. Не знаю, слышно меня, не слышно. Как-то так. Так, продолжить. То есть все. Габариты. Есть. Задний ход. Стопы. И вот, ребята, свет теперь. Смотрите. Ба-бам! Вот эта верхняя люстра с диодными лампадульками. Смотрите, как лупит. Бумс! Просто ура! Виктор на обзорах как-то не включал ни разу. Забыл ему все сказать, напомнить. Но люстра супер. Смотрите. Вот это свет. Вот это вилы. Обалденная штука. Так, ну ладно, давайте прокатимся. Включайте полный привод, дифференциал. А то он без полного привода дифференциала шальной. Накрутка у него стоит вообще жесть. То есть дури в нем, мама не горюй. Выглядит вот так он со светом.
Виктор Польвильский, что-то я нифига не включал этот свет, но видите как, ух. Супер-пупер. Так. Теперича. Давайте посмотрим, что по аддонам. Колес у него никаких нет. Я думаю, в принципе, они тут и вообще не нужны. Потому что он и на этих колесах вообще шальной, сумасшедший. С аддончиков ставится. Бампер передний. 100 ремонта. Фарки тоже все функционирует. Смотрим. Так. Видите, даже свет тут от них есть. Ночью. Такая небольшая подсветочка. А так это будет все выглядеть вот так. Просто. Просто огонь. Ладно, не суть. Так, короче, бампер 100 ремонта несет. Так, задний бампер устанавливается тоже 100 ремонта. Но, ребята, заметьте, задний бампер, когда ставится, прицепы не цепляются. Потому что тут как такового фаркопа нет. И прицепы подведены, как бы видите, туда. Под запас. Ну, как бы не видно сильно, то есть глаза не бросается. Как бы смотрится, когда все это стоит адекватно. Как бы не скажешь, что там, о, блин, там криво или отдельно ставится что-то как-то по-убогому. То есть, в принципе, смотрится все нормально. То есть, подгон как бы тут хороший. Не критично, отдельно ничего от машины не едет. То есть все тип-топ, короче. Но если ставить, видите, бампер, когда прицепы стоят, бампер не поставить. Так. Сейчас мы его открепим, прикрепим. Видите, все, прицепы блокируются полностью. Можно еще поставить ремонтные части от УАЗика. То есть они нам дают, забыл, что дают, 200 очков. То есть у нас бампер 100, бампер 100 и 200. 400 очков с собой. То есть вот так вот выглядит все прикольно, в принципе. Мы тут попыхтели, все отрегулировали, подогнали. Я думаю, что ничего лишнего. Все так, как надо. Так, ну и ладно, давайте сейчас еще проверим. Убираем задний бампер. Жалко терять, конечно. И подкатываемся на загрузочку. Так, ставим бортовой прицеп. То есть можно одно очко гаража катать от 66-го, потом 2 очка гаража. Ну и, естественно, дрова, то есть полностью адекватный мод для игры. Если вы втроем, четвером ломанете, любую карту можно спокойненько открыть, без всякого напряга. Так, бортовой прицеп. Короткие дрова. Вот, пожалуйста. Ну, давайте еще на нем прокатимся. Для полного счастья. Посмотрим, как он прет. То есть, тележку, видите, он спокойно с дровами тащит, как танк. По дамагу у нас, значит, короче, 1000 урона, топливный бак 400 литров. То есть вот на стандартном полигоне, как бы кто катался, грязь тут, сами понимаете, присутствует. Смотрите, он тут телегу просто везет, называется. Это просто едем. Давайте еще скрин, что ли, залепим. То есть данный автомобиль играет в мультиплеере по сеточке спокойненько, без напряга. Надо из грязи это все-таки вылезти. Опаньки, засадили хаммер-то, ёкарный бабай. Пока тут мы спали. Так, давай тогда вот таким макаром. Все, геройский погиб, ёкарный бабай.
Вот и остановились, называется. Привал. Хотя это может быть, знаете, ребята, из-за чего? У меня стоит просто тут как фикс на камеру, вот видите. Это я тоже все чуть попозже выложу. Он был выложен как бы на то, чтобы топливо не кончалось, машины не ломались. Но это, ребят, полное читерство, как бы, да? Вот. Так что мы его немножко подправили. То есть машинки ломаются. Карта, естественно, по-моему, вот мы не поставили. Единственное, что... Естественно, миллион точек зацепа. То есть его перевернуть с любого места можно на ура. Ну чё ты, братан, давай, поехали. В отказе. И вот эта грязь, это, наверное, все-таки, ребята, из-за этого фикса. Это не потому, что я его засадил. Потому что удалить. Так, H2, давай сюда. Потому что этот фикс стоит. Грязюка вообще неадекватная получается. Да ё-моё, давай зацепляйся уже сейчас. Пока зацепляешься уже. Смотри, он что вообще делает, зараза. Ну-ка давай. Давай, чади паря. Вот так вот. Танки грязи не боятся. Эй! Смотрите, что он делает. Вообще. А, ну и маячки, по-моему, на него читается сверху. Есть любители маячков, так что можно все поставить. Все, парни. Теперь он... Стопэ. То есть, если бы я не останавливался для скрина, вот этот бы Хаммер с телегой тут просто бы проехал. Без напряга. Сейчас я даже это продемонстрирую без остановки. Сейчас на нем шпарим. Давай-ка сюда, парень. Давай. Функция пересесть. Оба-на. Еще не пересаживаться. Ладно. Так, перескочим. Все, погнали. Давай ты, дровяной парень. Ты чё так вообще подводишь-то? Ёлы-палы. Все, попёрли. Давай, ядрён батон. Жги. То есть вот, ребята, ну это просто фикс стоит, он поэтому, наверное, у меня так и проваливается. То есть как бы без этого всего он и будет ехать. То есть вот он телегу эту спокойно, ребята, катит и песни поет, то есть. Фига он чумазый такой, обалдеть. То есть проходимость, он вообще шальной на этих колесах. Просто зверюга. Нафига делать дефолтный крас зверь, если есть он хаммер-зверь. Видите, ребята, спокойно он все по этим кокулям, скажем так, дефолтным копает. Ближе надо как-то его, ё-моё, запечатлить. Да ё-моё, как с этой камерой бороться?
Да что ты будешь делать? Не могу никак поймать. Так, ну вот и все, ребята. Как бы весь Хаммер в своей красе. Вид из салона. То есть все, АПУ пена едет, летит, можно сказать. Скоростные данные уже не буду его показывать, как бы он, в принципе, где тут гонять, я тут же не знаю. Не супер-пупер. Ралли Дакар. А так, в принципе, все отлично. Тачка едет офигенно, подвесочка работает, все управляется. Все функционалы игры, то есть как бы дрова, заправки, ремонтные части, все он делает. Сам только единственное не грузит как бы эти дрова. Но если у вас будет погрузчик еще к тому же, в бортовой прицеп спокойно вы его загрузите. Без всяких проблем. То есть вот он. Хаммер H1. Качайте, ребята. Ссылочки все будут под видео на канале. Также под видео на канале будут ссылочки, кто надумает делать свой канал с ним.